Прикольно, прикольно. Всем привет. Продолжаем прохождение Майнкрафт, как ни странно. Все тот же Майнкрафт. Начинаем новый выпуск. Так, подождите, я пока думаю. В этом выпуске, да, я хотел именно найти пещеры и там найти слизень зеленый, да? Что я начал потихонечку заниматься уже механизмами. Кстати, вот у меня просьба, да, ко зрителям. Вот скажите, есть ли такой механизм, например, чтобы он работал через какое-то время? Типа как переключатель, да? То есть включился, 3 секунды прошло, выключился. 3 секунды прошло, включился. 3 секунды, выключился и так далее. Так чтобы он сам по себе включался и выключался. Я хочу найти пещеру. Кстати, собрал я это итемы, да? Ну, в смысле, выложил все итемы, которые мы нашли. А, вот, нашли пещеру, отлично. Зачаровал это, создал железные доспехи, зачаровал вещи. Сейчас я вам все расскажу. Окей. Смотрите, что я сделал, да? Во-первых, мы в прошлом выпуске нашли, по-моему, тапки, да, и шлем железный. Поэтому я создал только железный нагрудник и поножи. Потом я пару вещей зачаровал, то есть две вещи. Помните, мы книжки находили, да? Вот я все уже делал, вы это все видели. То есть зачаровал взрывоустойчивость, например, против крипера того же. И зачаровал оружие, острота. Я не знаю, что это такое за говно. Острота 3. В чем смысл? Почему урон не прибавляется? Или он прибавляется? Ну, посмотрим сейчас. Поэтому я взял это оружие и это, чтобы глянуть разницу. Также я поставил мод Bubblegum. Он называется по-другому. Мод, который добавляет ячейки для колец, да, и для ожерелья, ну и для пояса. Помните? Мы находили там кольцо и пояс. Он называется Bulbous. Вот, видите, его нужно установить, и самое главное, ему нужно поменять вызов. Потому что, когда вы поставите, вы не увидите разницу. У вас инвентарь будет обычный. А вам нужно переназначить инвентарь на новую кнопку, на Ешку, например. Ну, я говорю, вот, вы запрос зайдете сюда, в управление, да, находите, вот, инвентарь, нажимаете Ешку, ставите сюда, и все. И появляются ячейки. Одно колечко, рунный щит, что это? Ах, фиг его знает, без понятия. И второе, обычный пояс. Все, ну, просто я ничего лучше не нашел, честно сказать. Мы сделаем вот так. Я взял с собой факел. Именно чтобы пойти в пещеры, да? А-а-а-а. Я думал, это пещера, блин. Вот столько много здесь всяких построек. Непонятно, какие-то горы или что. Вот это вот что-то такое за говно. А вот что-то пещер нету. Пещеры, пещеры, пещеры. Нужно найти пещеры. Обязательно надо найти. Потому что, насколько я знаю, да, это слизь, который мне нужен. Он только в пещерах обитает. Не помню, говорил, нет, он нужен мне для поршня, чтобы сделать липкий поршень. Нужна эта тварь. Я вот не помню, куда бы сходить-то. Можно было сходить в наши пещеры попробовать. Давайте, наверное, сходим, которые возле нас пещеры. Кстати, я начал строить отдельную комнату для библиотеки. Ну, там ничего интересного, в принципе. У меня, кстати, закончился камень, прикиньте, да? Булыжник закончился. Просто я его много выкидывал, в итоге он у меня кончился. А, давайте тогда пробежимся быстренько домой и по дороге посмотрим пещерки какие-нибудь. Ну, почему-то вот нету, не везет мне на эти пещеры. Вот это обычное говно, да? Ничего интересного. Вот так нам нужна еда. И то, что мы бегаем, у нас быстро расходуется голод. Расходуется голод. Давай, братюня. Ладно, да, пойдемте это по пещерам полазим. Пойдем в наши пещеры. Другого варианта я не вижу. Ну, вы видите, бесполезно вообще. Ну, ничего нету. Просто ничего нет. Ни одной пещеры по дороге не нашли. Ну это бред. Может, в пустынях они будут гораздо реже. Так, а где мой дом-то? Куда я иду? Вот он дом. Далеко мы уже от дома ушли.
Бежим, 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 бежим. Бежим, 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 бежим. Давайте даже я сделаю супер матрицу, телепортируюсь в мгновение, просто телепортация! Тать! Вот она, мой домик, неуклюженный. Никак мы его не достроим, уже три материала используются, забейте просто. Вот пока что у меня получилось, да, но это немного не то. Здесь рандом идет, то есть случайное число выпадает. Здесь нет закономерности. А мне нужно, чтобы каждый там, каждый промежуток времени, каждые 3 секунды, например. Так, мы куда идем? Мы идем. Да, опять у меня сгорели деревья, но это нормально. Опять на меня напали. Это стандарт, абсолютно стандарт. Видите, здесь у нас есть проход. Можем пойти или сюда, или давайте поедем вниз. У нас пока две пещеры, по-моему, рядом. Это мало, да. Поэтому нужно опять копать, 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 находить новые пещеры. Берем вагонетку и сейчас поедем. Так, надо покушать, поспать, покушать, покакать, поблевать и так далее. Давай! Опа, вкусняшка. Вообще такая вкусная вещь. Окей. Ну что ж, let's go, поехали. Опа. Давайте прокатимся. Надо достроить будет когда-нибудь уже. Вау! Ой, тихо, тихо, тихо. Ай, куда ж ты, Вася? Постой. Паровоз. Не стучи колесами. Что быстро ломается меч. Он какой, у меня каменный, что ли? А, каменный, блин, говно. Опять же, видите, такая шахта не очень крутая. Не очень, так сказать, интересная. Хотя, смотрите, мы даже где-то не были. Вау, это уже интересно. То есть в этом выпуске, по идее, мы должны драться, нагибать. Потом с вертухи в щи пробивать по фасту. Так, высота у нас 24. Здесь алмазов, я думаю, не будет. Но нам нужны существа. Вот, например, да? Мы сейчас слышим звук пердежа. Ну, где-то звук, я не знаю. Нет, кстати, слизь найти сложно, блин. Вот реально сложно. Кстати, да, мы будем собирать металл, надо много металла, чтобы я сделал выпуск, и мы собрали там голема. Теперь где эта тварь орёт? Непонятно. Непонятно. Где ты, чмо? Трудно так определить, очень трудно определить. Давайте поставим вот эту тварь и вот эту. Поставим железо, чтобы быстрее было немножко. О. Вообще опасно так делать, тем более у меня много шмота одето. И копать под себя, конечно, это рискованный поступок. Ладно, зомби здесь нету. Идем дальше. Ищем, ищем, ищем. Вот. А, он, наверное, там я орал за стенкой, да? Ах, тварь прыщавая. Блин. Вот, кстати, заметьте, мы так ни разу и не нашли большой пещеры, да, с потолком высоким. Потому что пещеры, где высокий потолок, там очень много крипов, очень много врагов респавнится. То, что много места свободного. Мы ни разу не нашли. Ни разу. Печаль, беда. Плак-плак. О, я куда-то вернулся, да? И что, я пойду прямо туда, вниз? Нет, не хочу, не хочу. Идем обратно. Нет, там нужна еще какая-нибудь пещера покруче. О! А я что-то не увидел это место. Идем, идем искать приключения. И все, и тупик, да? Да. Как у мата, когда много факелов, это вообще офигенно. Идешь, спокойненько ставишь. Видите, я даже время не трачу, не собираю ресурсы. Блин, говно, не пещера, полное говно.
Маленькая такая. Ну что ж. Не знаю. То везет на пещеры, то не везет. Так, там я был, по идее, как я понимаю, да? Наверное, там был все-таки. Ну, если там свет горит, то я там был, да. Ага, вот. Вот я снял 8, теперь смотрим с помощью этого говна. 6. Ну-ка еще раз, подождите, неужели он сильнее? 8 отнял, а с помощью этого говна. А имщик? А им? 9. Получается, да посрать мне на тебя, дура. Получается, он реально больше отнимает, потому что она будет зачаровывать тоже. То есть каменные отнимают больше, заметьте. Ну-ка, если у него острота 3, 5, 6, 7, 8. Непонятно как-то вообще. Острота 3. Так, здесь мы, наверное, были уже. Братюня. Вот, видите, 8, 9. А, я сейчас не увижу, да. 8, 9. Я здесь, он неужели везде был уже, а? Хотя непонятная такая пещера. О, смотрите, она большая, кстати. Большая пещера. Интересная пещера, я вам скажу. А. Видите, как я определю круто, да? О, как вас много там, мрази. 8. 8, да? Еще раз смотрим. 9? Не понимаю. Я не понимаю. Все, отстань от меня. Тварь, сюда иди, камон. Дура тупая. Ненавижу скелетов. Во. Это все? Ладно, ладно, ладно. И там еще у нас есть спуск интересный. Необычный такой спуск, я бы сказал. Очень необычный. Так. Ладно, я предлагаю для экономии времени. Давайте я тогда сам еще побегаю немножко, да? Пособираю всякий лут. Руду пособираю. И потом врублю запись. Так, я слышу какие-то страшные звуки. Какие-то страшные звуки. Непонятно, кто там у нас. Возможно, сейчас будет даже драка-рака. Но перед дракой мы соберем еще железо. Нам нужно железо. Много железа. Там, по-моему, на голема, да вообще, не знаю, сколько, наверное, 40, 50, 60 надо. Очень много, короче. Ах ты мразь, гнойничок на жопе у тебя вылез. Этот звук не нравится. Куда что-то страшное летит, сейчас взорвется, пукан мой. Пошел нахрен сюда, мразь. Мне ничего не оставила, тварь. Ах, бичиха. Да я уже их щелкаю, как орешки, этих странников. И вот так вот. Но это немного не то. Эта пещера, во, она вообще огромная. Она реально бесконечная. Блин, ну слизью, да? Ох ты. Да это уже опасно. Попробуем убить его. Ох, мне повезло, что у меня так говно есть. Что у меня взрывоустойчивость. Это мне повезло. Вы видели, откуда ни возьмись. Кстати, эта пещера мне начинает уже нравиться. Чима? Сюда иди, псина. Да. Так, лук он нам не подарил. Не, пещера очень интересная, заметьте. Большая, да, очень большая. Очень большая. Очень.
Большая. Ну-ка, пес. Псина. Все, сфидела. Мы собираем только основную руду. Ух ты. А, все понятно. Да, здесь водой залило. Я думаю, мы уже до самого низа дошли. Нет, не дошли. Собираем основную руду. Например, железо. То, что остального у меня море. Так. Fuck you ставим. И смотрим, что у нас здесь есть. 18 факелов осталось. О, блин, ну реально, когда бесконечная пещера. Окей. Нет. Так, синий это не это. Это не алмазы, к сожалению. Это краситель сраный. Ну, может он тоже. Он может там чем-нибудь когда-нибудь. Хотя, маловероятно. Ну, зато он дает опыт. Это хорошо. Так, дальше идем. Ну, на такую пещеру, да, нам факела не хватит, я думаю. Я, конечно, думал, он поменьше будет. Я слышу звуки говна. Ох ты, подождите. А вот это уже что-то новое. Так, где здесь был булыжник? Вот он. Если я правильно понимаю, то там должна быть постройка, по идее. То есть какое-то строение. Опа. Интересно. Сейчас мы туда сходим, подождите секунду. Сначала надо все посмотреть, что у нас здесь есть. Здравствуйте. Ну, золото тоже такое бесполезное абсолютно. Хотя оно нужно нам для рельсов будет, да, чтобы ускорять вагонетку. Потолок сужается. У меня потолокофобия будет сейчас. Давайте посмотрим, что же там такое странное. Просто так он не может лежать, зеленое говно это. Или может? О, там реально, там скорее всего респаунер, да? Мы не находили респаунер ни разу, наконец-то мы нашли его. Гол, драка. О, сколько вас здесь петушков, а? Давайте всем наваляем. Опа, 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 изи бризи, короче, все порешал. Кто там следующий? Да, да, респаунер. Нет, не надо ничего взрывать. Там сундук! Начнем с этого. Дяденька, не надо. Ну, нам урон не наносится, потому что у нас офигенная броня. Прикольно, прикольно. Чтобы, кстати, сбить респаунер, надо просто поставить там факел, насколько я помню, да? Если будет здесь свет, они не будут респауниться, по идее. Наконец-то мы нашли эту вещь, реально, ни разу не находили вместе с вами. Наконец-то. Так, сейчас, подождите, посчитаю. 13. Так, у нас уже примерно 20 минут идет выпуск. Ну, как раз на этой хорошей ноте мы и закончим. Сначала посмотрим, что у нас здесь есть. Сколько много я уже нашел это сёдл. 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 Такое слово интересное. Сёдл. А не, смотрите, зараспаунился. Странно почему-то. По-моему, или это не влияет? По такому-то свету они, по-моему, не должны распауниться. Вах, музыкальные диски. You, me, the music! The music! А, это обычная кошка, что ли? Posting cut. Ладно, дайте мои факелы. Прикольно. Вообще, обычно, когда находишь такое место, респаунер, конечно, ломать не надо. То есть, по идее, здесь можно сделать такую фигню, которая позволяет бесконечно лут собирать. Но у них, конечно, лут такой убогий. Я вам скажу, гнилая плоть.
Бесполезная вещь. Ну, в принципе, мы оставим это место, чтобы потом поразвлечься, да? Вы же любите развлекаться со мною? Хорошее место, да. То есть нам, по идее, нужно будет подняться вверх. В идеале. Прямо отсюда выкопать... Да. Выход наверх. И они будут ко мне идти наверх бесконечно, да? Не, чтобы я потом нашел это место, потому что я реально замучаюсь искать его. Ну, давай так и сделаем тогда, да? Все, мы нашли отличную вещь. Наконец-то мы нашли респаунер. Это будет первый наш респаунер. Мы его ломать не будем. Потом я сделаю здесь ловушку, да? Чтобы они бесконечно умирали. Но это уже будет в других выпусках. Сейчас я прокопаю наверх выход и все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, комментируйте видео. Всем пока.